Приветствую всех на стройке ЗРК БУК М1 от фирмы МЕНК в масштабе 1:35. Эта серия будет посвящена сборке пусковой установки. Закончим мы сборку пусковой установки и соберем также 4 ракеты. Все это будет в этой серии. И всем желаю приятного просмотра. Итак, мы начинаем нашу работу.
Thank you.
Так, сборка пусковой платформы завершена. И также мы собрали в этой серии наши ракеты. Сейчас я расскажу, что тут еще сделал я на этой платформе. Ну, приклеил я РЛС на свое место. Собрали мы оптический визир. Вот он у нас подвижный. Вот, все тут двигается. Дальше собрали мы саму мачту для ракет. Она у нас также подвижная. И вот эта вот антенна, мачта антенна, она у нас тоже автоматически поднимается вместе с мачтой. Когда мы поднимаем наши ракеты, тогда и этот антенна тоже у нас складывается, поднимается автоматически. Вот так все это работает. Заменил здесь детали из пластика на автотравление. Оно тут выглядит получше. С отверстиями, такое вот ажурненькое. Ну, тут всякие мелочи приклеил, автотравленные детальки мелкие. Вот тут вот заменил накладки такие вот с отравления. С этой стороны добавил автотравление. Также вот сделал рабочими вот эти вот подножки. Ступеньки, они у нас складываются и поднимаются. Заменил здесь то, что было в пластике, срезал вот это вот здесь скользящее покрытие и на их место приклеил фототравление. Тут внизу заменил вот этот уголок, я рассказывал. Ну и здесь тоже добавил фототравленные детали. Не приклеивал на свои места вот такие вот эти вот ограждения, потому что при покраске, при работе с смывкой и прочими, все это я отломаю, это я гарантирую. Поэтому покрасим их отдельно, потом уже покрашенные приклеим на свои места. Ну, тут я тоже добавил вот такие вот детали, отравления, такие вот штучки такие маленькие. Ну и собрали мы наши ракеты. Собиралась вроде неплохо, ну, немножко пришлось зачистить стык, потому что они из двух половинок собираются. Ну и здесь еще добавил деталь отравления, которая идет на каждую ракету. Кружочки такие по одному на каждую ракету. Ну и они у нас потом установятся на свои места. Сейчас я не буду все это ставить, а потом в следующей серии я вам покажу, соберу все детали насухо и покажу, как это выглядит в неокрашенном еще виде. Ну а на этом у меня все. Фотографии будут в группе ВКонтакте. А, еще забыл сказать, что сопла я еще не приклеивал их, а буду красить их отдельно, и потом уже окрашенные для удобства вклеим туда уже вовнутрь. Поэтому красим их отдельно. Сопла не установлены еще в ракеты. Ну вот, вроде бы все. Подписывайтесь на мой канал. Фотографии будут в группе ВКонтакте. Ссылка на группу есть в описании. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч.